Алла Борисовна решилась на откровенное заявление о болезни и призналась, после чего с ней случилась беда. Примадонна говорит, что за свой опрометчивый шаг она теперь платит слишком большую цену. По словам певицы, этот поступок она себе не простит никогда. Как рассказала Алла Пугачева, история берет свое начало еще со времен ее детства. Примадонна решилась на такое откровение еще и потому, что ей надоели спекуляции вокруг ее болезни. Артистка призналась, что в последние годы она мучается особенно. Боль порой переходит все пороги терпимости, ей приходится пить сильные обезболивающие или делать уколы. Медики, как отметила звезда, бессильны. В недавнем интервью Woman.ru, Примадонна рассказала, что много лет страдает от неприятных и тяжелых болевых ощущений в ногах. Эта проблема доставляет певице неудобства. Артистка открыто заявила, что стала в каком-то смысле калекой, проблема чересчур усугубилась. «Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего, признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь», — призналась звезда. Она поэтому и стала носить кроссовки, именно в этой обуви, ей комфортно, и боль почти не чувствуется. Певица во всем винит себя. Она рассказала, что в юности носила обувь на пару размеров меньше, чем и обрекла свои ноги в дальнейшем на муке. «Я свои ноги угробила», — констатировала артистка, которая также страдает сахарным диабетом. «Я мамиными туфлями себе ноги испортила. У меня размер 36, а у нее 34, но они были настолько красивые, что я их умудрялась надевать. Теперь вы знаете все», — поделилась Алла Пугачева.